В Германии в центре громкого скандала оказалась партия «Зеленых» после того, как стало известно, что она фактически финансировала педофилов. Более того, подозреваемые в подобных преступлениях в свое время входили в состав фракции в Бундестаге, пытались оказывать влияние на работу парламента и даже хотели, чтобы педофилия в стране была легализована. Теперь это нашумевшее дело расследует спецкомиссия. Из Берлина наш СОПКОР Иван Благой. Кристоф Беккершаум знает о партии «Зеленых» то, о чем не догадываются миллионы ее сторонников. В этом зале собраны документы за все 33 года существования этой политической силы. Отдельная папка посвящена вопросам педофилии и деятельности педофилов в рядах партии. Они пытались использовать «Зеленых» в качестве трибуны, чтобы протолкнуть свои интересы. Партия чувствовала себя в западне и не знала, как решить проблему и никого при этом не дискриминировать. Вероятно, чтобы никого не обидеть, в 80-е годы «Зеленые», как выяснилось, напрямую финансировали Федеральную ассоциацию геев, транссексуалов и педофилов, которая требовала узаконить секс с несовершеннолетними. Сейчас это называют всего лишь нелепой ошибкой. Бывает, что в течение, например, 3 дней нужно рассмотреть сотни и сотни заявлений о вступлении в партию. И когда профессионалы в Бундестаге обнаружили, что творится, то эти заявления отклонили, и всех педофилов вышвырнули вон. Тем не менее, в 1984 году Ассоциация геев, транссексуалов и педофилов официально вошла в один из комитетов фракции «Зеленых» в Бундестаге, то есть могла оказывать прямое влияние на политический курс партии и работу парламента. И дискуссии с подачи «Зеленых» о легализации секса с детьми не прекращались. Это ошибка, и мы глубоко сожалеем, что такого рода требования и дебаты в прошлом имели место в нашей партии. Сегодня мы громко заявляем об этом, и мы сделали свои выводы. Мы пригласили независимого эксперта детально разобраться в этом деле. Какие выводы сделала партия, правда, не очень ясно. Фолькер Бек, один из самых уважаемых политиков от «Зеленых», сегодня он заседает в Бундестаге, известен тем, что в свое время также требовал изъять из Уголовного кодекса статью о педофилии. Шокирует и то, что объединенную фракцию «Зеленых» в Европарламенте, то есть уже на европейском уровне, возглавляет Даниэль Кон-Бендит. Человек, который в свое время работал в детском саду во Франкфурте на Майне, обвинялся в педофилии и еще несколько десятилетий назад на телекамеры, смакуя подробности, рассказывал о чудовищных вещах, от которых нормальный человек приходит в ужас. Маленькие дети фантастически сексуальны. Нужно быть честным, серьезно. Ребенок. Я работал сначала совсем малышами, это другое. Но вот дети 4-6 лет, знаете, когда маленькая 5-летняя девчушка начинает вас раздевать. Это фантастика. Абсолютно непонятно, как после таких слов этот человек не только остался на свободе, но и как политик не получил волчий билет. Ведь за Кон-Бендита потом еще и голосовали, вновь и вновь. Даже после публикации книги, в которой он описывал, как дети расстегивали ему ширинку. Насколько серьезное влияние оказывали педофилы на курс партии, который сейчас имеет 10% от всех мест в Бундестаге, теперь решит специальная независимая комиссия. Лавину очерняющей «Зеленых» информации уже не остановить. Выяснилось и то, что знаменитый каннибал из Ротенбурга, в 2001-м съевший своего друга, сейчас в заключении занимается активной политической деятельностью. Он возглавляет тюремную ячейку партии «Зеленые». Тоже повод задуматься избирателям. За своеобразный фасад берлинцы прозвали резиденцию канцлера «стиральной машиной». В этом году в борьбе за Бундестаг и эту стиральную машину на показ выставили небывалое количество грязного белья немецких политиков. Причем в случае с партией «Зеленой» это белье настолько грязное, что отстирать его быстро вряд ли удастся. А до федеральных выборов остается менее 4 месяцев. Иван Благой, Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева, Первый канал, Берлин.